очень большая площадка вот отсюда вот до сюда. Да, там вот дальше просматривается и детская площадка, и здесь какая-то постройка. Возможно, какой-то памятник. Очень похоже на... Давайте пойдем все почитаем. Да, погода расчудесная. Приятно гулять и все рассматривать. Загиблым солдатам правопорядку. Наверное, какое-то новое строение еще. Не до конца тут все сделано, наверное. Но задумка красивая. Памятник, установленный у Грудни 1995 року співробітником органів внутрішніх них справ Дніпропетровської області, які загинули при виконанні службового обов'язку на кошти органів влади, працівників, ветеранів, органів внутрішніх справ та членів їх сімей, організації, установ та підприємств області. Ось такий пам'ятник. Оказується, і отак ще люди. Пойдемте. Ой, а роза какая высокая. Пойдемте понюхаем. Пожалуйста. Вы идите на площадку, а мама тут на розі притормозить. І от далі, по-моєму, теж якийсь пам'ятник. Я туди далі пройду, прогуляюся, а ви йдіть і гуляйте, де вам треба. Якщо що, маршрут там парк Шевченка, так? Да? Йдіть, віддихніть поки на дитячій площадці. Звісно, клади в кармашек. Ой, яка прелість. Дерево посадили ветераны 353-й Днепродзержинской церковной дивизии. Как здорово придумали. Вот такой дубок посадили ветераны стрелковой дивизии. А вот этот дубок посадил дважды герой Советского Союза Зафесин Иван Иванович. Аллея дубовая, посадили вот ветераны 25-й гвардейской стрелковой дивизии. Ветераны 5-й Днепропетровской понтонно-мостовой бригады. Да, и будет... Высокая дубрава скоро. Очень далеко высажены деревья с двух сторон. Аленушка уже катается.